Интеллектуальные игры всегда собирают большое количество увлеченных школьников, особенно когда ключевыми темами турниров являются финансы и их использование. Состязание «Учись, сберегай, зарабатывай» – как раз-таки одно из них. В областной центр молодежного творчества для участия в образовательном проекте приехали более 50 эрудитов. Представители Беларусьбанка и Белой Руси подобрали достаточно необычные, но интересные вопросы. Молодые люди и дети в том числе должны понимать о том, что такое деньги, как их заработать, какая цена этому всему, как стать богатым, как стать успешным, престижным. Даже настроение человека зависит от того, насколько он разбирается в деньгах, в их присутствии, скажем так, или в их отсутствии. Поэтому это очень важно. И я считаю, что если где-то ранее было, может быть, наложено в семьях табу на то, чтобы рассказывать, что такое деньги, как они зарабатываются, то на сегодняшний день это все улетучилось, ушло в никуда, и маленькие дети уже понимают, что это такое и как это заработать. Турнир по интеллектуальным играм «Учись, сберегай, зарабатывай» проводится в рамках Всемирной недели финансов детей и молодежи. Его главная цель – популяризация творчества и интеллектуально-игрового движения, а также формирование экономико-ориентированного мышления у подростков. А еще этот проект – это вариант эффективного сотрудничества представителей банковских учреждений и общественных организаций. Это очень важная составляющая в проведении мероприятий «Белой Руси». Почему? Потому что идет речь о молодом поколении. Речь идет о будущих предпринимателях, будущих управленцах. И вопрос финансовой грамотности, как ни когда сейчас особенно стоит остро. Победители ожидали памятные и полезные подарки. Но не это главное. Очень важно, что молодые люди получили новые знания и сделали для себя важные открытия, которые обязательно станут толчком для поиска новой полезной информации о деньгах и ресурсах.